Президент Болгарии Румен Радев отклонил предложение кандидата на пост премьер-министра Горицы Гончаровой Кожаревой о создании нового технического правительства. Ее план предусматривает сохранение Калина Стоянова на посту министра внутренних дел, чего президент, по его словам, не может допустить, поскольку сомневается, что Стоянов может гарантировать проведение честных выборов. Ситуация, аз обявявам и тук пред медиите, че няма да подпиша указ за назначаване на така предложеното ми правителство. И съответно вашият ангажимент по съставянето на такова приключи. Нынешнее временное правительство Димитара Главчева теперь останется у власти до тех пор, пока парламент не представит новый шорт-лист потенциальных премьер-министров. Решение президента Радева создает прецедент в Болгарии, но возникли споры, является ли этот вопрос конституционным или политическим. Кризата не е конституционна, кризата е политическа и това се дължи на неспособността на Народно събрание да попълни списъка, който беше предвиден в конституционния текст и между които президента да избира. Първата стъпка е да бъде назначено служебно правителство, а втората стъпка е да бъдат насрочени избори. Эксперт отмечает, что следующие выборы могут быть назначены на декабрь.